Russian Music Radio. Ну что ж, я нахожусь напротив кинотеатра «Родина» на улице Гагарина. В одном из своих стримов я обещал, что я найду бюст Гагарина и, соответственно, елку Гагарина, которая посажена в Сочи. И вот она, вот он этот бюст. Так что я свое обещание выполнил. Валерка сказал, Валерка сделал. Это дорогого стоит. Ну и вот, сами видите, дерево посадил 15 мая 61 года первый в мире летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Ага, вот оно. Вот оно, это дерево. Но это нифига не елка, как я и говорил. Это вообще-то кедр гималайский. А почему, кстати, кедр? Именно решение было посадить кедр, потому что у Гагарина был позывной кедр. Поэтому и посадили кедр. Поэтому кедр прыгают, кстати, белки. Действительно, нас человек не обманул. Я так попытаюсь даже приблизить. Где-то там белка. А, вот она. Вот она, белка. Эй, вернись. Убежала. Вот такой вот интересный факт. Нам трава у дома.